Акция «Единый день пенсионной грамотности» проходит в стране уже не первый год. Ее цель – формирование у учащейся молодежи новой пенсионной культуры, повышение пенсионной и социальной грамотности. Через донесение базовых знаний о правилах формирования будущей пенсии, понимание личной ответственности каждого за свое пенсионное будущее. 29 сентября наш район не остался в стороне, как и в предыдущие годы, и принял участие в Едином дне пенсионной грамотности. В рамках этого дня специалистами Управления пенсионного фонда были проведены лекции, в ходе которых учащиеся выпускных классов средних общеобразовательных школ Аула Кашхабль ознакомились с основными функциями и организациями работы пенсионного фонда. Возле входа здания пенсионного фонда прошла презентация пособий «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». И с вступительным словом и призывом к учащимся обратился начальник управления Аслан Ашев. Также с приветственным словом выступила замдиректора Кашхабльской школы номер 2 Фарида Мамухова. Далее присутствующим вручили учебные пособия. В заключении для гостей была организована экскурсия по управлению и лекция на тему «Все о будущей пенсии».